skin, pimp just right. Thoroughbred soft skin, pimp just right. Thoroughbred soft skin, pimp just right. Какой предмет ты сдала последний? Природно-ресурсный потенциал материков и океанов. А ты помнишь, какого цвета учебник по этому предмету? Зеленый. О, значит, хорошо готовилась. А какую ты знаешь самую оригинальную шпору, может быть, слышала или делала? Максимум это было в ручке, запрятанная шпора, листочек туда писали, записывали, туда вложили, так раскручивали, обратно доставали, на экзамен уже списывали. Какой предмет ты сдала последним? У нас сейчас были государственные экзамены, это было очень волнительно, поэтому вот буквально 5 минут назад мы вышли с аудитории. Только буквально из кабинета вышли. А вот конкретно вот с экзамена последнего? У нас были автоматы. Нам поставили автоматы по корпоративным финансам и финансовому менеджменту, поэтому эту сессию мы закрыли успешно. Очень было неожиданно и очень приятный сюрприз был. То есть ответить на вопрос, какого цвета был учебник по этому предмету, вы не сможете, да? Я лекции печатаю, поэтому у меня белая бумага и черный шрифт Times New Roman. Самая оригинальная шпора, которую вы слышали или делали? Оригинальная шпора? Вы знаете, наверное, сейчас делают все неоригинальное. Либо телефон, либо бумага. Я думаю, что самые оригинальные шпоры я никогда не видела и не слышала, потому что оригинальность типа заключалась как раз в том, что она не поймана, как бы, да. А так, в принципе, ну все варианты шпаргалок, они, наверное, допустимы. Но однажды я видела шпаргалку как в виде такого патронташа, то есть на поясе. Этот пояс рассыпался, когда человек уже ушел с госов. И вот выпал прямо такими, знаете, вот как вот для гильз есть вот эти вот отделения. В общем, все сделано было так идеально, так аккуратно. Столько времени на это было потрачено, что мы просто вот комиссия сидела и любовалась на это как, ну, на произведение искусства. Какой предмет ты сдавал самым последним? Самым последним? Чаще всего физкультура. Ты прям просто разрушил мой следующий вопрос. А какой-нибудь, кроме физкультуры, можешь назвать? Кроме физкультуры. Социология организации, допустим. А ты помнишь, какого цвета был учебник по этому предмету? Нет, честно говоря. Какие вообще школы, ну, девушки знаешь? Писали на ножках и приходили в юбках. Вот единственное, что приходит в голову. Честно, я уже не помню, какой у меня предмет был в прошлой сессии. Последним, по-моему, это было ТМЖ Гордеев. А ты помнишь, какой цвет учебник? Я не по учебнику учил, я учил по лекциям. Вот, так что. Хорошо, следующий тебе вопрос. Какую ты знаешь самую оригинальную шпору или дело? Максимум оригинальности – это шпор на телефоне, и все. Однажды мне пришлось сдавать очень сложный экзамен, и по чистой случайности ко мне в руки попали ответы. Экзамен сдавался тестом, и весь вечер я сидела и на ногтях выписывала цифры лаком, то есть номер вопроса и букву ответа. Я сдала. Ну, отлично. Мне понравилось. А студентов ловили с какими-нибудь шпорами? Пока не доводилось, но знаю, что много разных способов. И из рукавов, и из сапогов, и из карманов под юбками, вшитых специально. Какой предмет ты задавал сам последний? Зарубежку. А ты помнишь, какого цвета учебник по ней? Я даже не видел этого учебника. А как ты учил? Мне с космоса посылали информацию. Самая оригинальная шпора, которую ты когда-либо делал или видел? Написать на парте. Самая оригинальная шпаргалка – это мозги студента и его находчивость. С наступлением сессии!